продолжаем рассказывать вам о животных городского приемника в надежде, что кто-то из живущих здесь собак и кошек найдет с помощью этой программы дом, где его будут любить и оберегать. Героями нового выпуска станут два замечательных друга – Буран и Батур. Эти молодые псы в приемнике сидят уже больше года. Бурана нашли на улице Силкина, тогда ему было 2 месяца. А Батура вместе с сестрой и братом привезли от 7-й школы тоже малышами. Родственников раздали, а Батур остался сидеть. Оба пса дружелюбны, очень позитивны, они между собой хорошо ладят. Вот, очень хорошо относятся к людям, но Буран более открытый, более общительный, а Батур, он такой немножко недоверчивый. Вообще у Батура, надо сказать, хорошие охранные качества. Он, если что, он может охранять хорошо свою территорию, он такой недоверчивый. Собаки здоровы, привиты. Инга считает, что они больше подойдут в частный дом, потому что выросли в вольере. Ну и сами по себе Батур и Буран очень крупные для квартиры. Они прекрасно адаптируются к человеку. Даже если приходит совершенно новый для них человек, Буран вообще лезет целоваться сразу, только колбаску покажи, а Батур, он недоверчивый. Он такой: ты кто такой? А ты хороший или плохой? А как с тобой, можно общаться или нет? Вот, поэтому Батур можно на охрану. А Буран, он такой, на лицо ужасный, добрый внутри. Он большой, крупный, кажется, ух, какой страж. А на самом деле он добряш. Собаки ждут своих хозяев в приемнике на Зернова 24А. Подробности можно узнать по номеру, который видите на экране.